В НАТО не сомневаются, что Украина может отвоевать военным путем оккупированные территории, в том числе Крым и Донбасс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова анонимного военного представителя НАТО. В Североатлантическом альянсе уже нет дискуссий на тему, сможет ли Украина взять под контроль свои территории. Открытым остается лишь вопрос, в какой срок это произойдет. Сегодня мы сконцентрируемся на последнем развитии событий в Украине. Грязная российская агрессия теряет свой темп. Мы знаем, что при существенной поддержке союзников и партнеров, миллиардах долларов военной, финансовой, гуманитарной помощи, благодаря мужеству народа Украины и украинской армии, с нашей помощью Украина может победить в этой войне. Мирча Джоане, заместитель генерального секретаря НАТО. Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии» 19 мая были включены в санкционный список Великобритании. Там заявили, что пока президент России Владимир Путин продолжает варварское нападение на Украину, их страна будет атаковать российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не могли продавать свои посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину. Мы не остановимся, пока Украина не победит. Ли Страсс, министр иностранных дел Великобритании. Три предыдущих президента Украины выразили свое мнение, что для них будет значить победа. Депутинизация России – это необратимо. Я убежден, что для общества очень важно после урегулирования украинского вопроса другой вопрос. А как вы собираетесь жить с такой окаянной Россией? Я убежден, что впереди нас ждут десятки демократических новых государств, которые ответят, как той неисходимой Сибири, как говорил Шевченко, как той неисходимой России жить в мировом сообществе после нашей победы. Для председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука понятием полной победы является возвращение Украины на территориальные границы 24 августа 1991 года. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре элемента победы в войне с РФ. Победа – это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс, выплата репараций, осуждение военных и тех, кто совершил преступления против человечности, закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня неотъемлемые составляющие победы. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Президент Украины Владимир Зеленский видит победу Украины в возвращении своих территорий и установлении мира на украинской земле. Просто повернуть свое. Просто вернуть свое, просто покой на нашей земле. Просто чтобы люди наши вернулись к себе. Ничего лишнего не нужно. Никакие ненужные лишние вещи, лишние деньги для нашего государства. Мы хотим забрать свое, и даже не забрать, а просто вернуть. В Пентагоне отметили, что Россия в последнее время снизила масштабы своих действий, что демонстрирует уменьшение амбиций. Если речь шла о больших городах и частях территории, сейчас усилия сосредотачиваются на определенных селах и перекрестках дорог. Также британская разведка на днях сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца. А системные проблемы в армии РФ только продолжают нарастать. Юлия Биль, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.